Было дождю, ходили и посыпали мак. Две девчины, три, а нет, три удовы ходили кром села и сыпали у каждого колодец мак. Чтоб пошел дождь, просили дождя. И я говорю, как когда было, вот еще когда был пожар, помню, у нас в новом селе, то она взяла икону, разделась и обходила кругом вот этих горящих домов. И пламя сразу раз, и пламя садилось. Так она, тогда же пожарных не было. Конь приедет на коне или как-то там было, не знаю. И она вот это все делала, ходила. Вот такие у нас были. А на коляды постоянно ходили. А можете вы назваться, как вас звать? Алла Ивановна Мелешко. Ага, дзявоча. Долгая Алла Ивановна. А якого вы года? 48-го. А где вы родились? Вёска Мощницкая, Кличевский район. Угу. А теперь живете у Вирка? А теперь живу у Вирка. Угу. Дякую.